Здравствуйте, меня зовут Наталья, я дипломированный мастер росписи по дереву и участвую в конкурсе Golden Time. Я представляю две работы. На роспись второго сундука меня вдохновила эта книга, называется «Русский орнамент». Самое интересное, что в этой книге нет ни единого слова на русском, она переведена на немецкий, английский язык, но зато в ней очень богатый материал. На крышке второго сундука изображен лев, как символ силы, мужества, благородства. Он, конечно, является охранником тех ценностей, которые лежат в сундуке. Он обрамлен орнаментом. Фон я сделала золотым, это акрил, а сама роспись велась темперой, умброй. Чтобы уйти от плоского изображения, я ввела тени. Лев стал более объемным. Конечно, он тоже стилизован, улыбается, у него миндалевидные глаза, то есть он так очеловечен немножко. Торец сундука украшает стилизованный зооморфный орнамент. Здесь также я использовала прием наших русских прялок, это ярусность. Нижний ярус – это рыбы, подводный мир. Дальше идет в центре что-то напоминающее ящериц, амфибий, которые вылазят на сушу. И верхний ярус – это птицы, стилизованные птицы. Очень интересный получился торец сундука, там, где длина шеи птицы. По-моему, они напоминают каких-то динозавров. Вот такой вот сундучок. Спасибо за просмотр!